До красной линии дошла шайба. Это уже неплохо для «Витязя». Я в данном случае не иронизирую, просто дебют этой 20 минутки в пользу ЦСКА. Акулов на Слепышева. Слепышев на дальнюю штангу. Не идеальный пас на Шалунова. Слепышев. И еще один перевод. А вот это уже сделано мастерски. И Акулов показывает Слепышеву. Ты красавец, ты все сделал. Причем вот здесь Слепышев отдавал, не получилось. Дальше Шалунов вновь за ворота. И вот здесь внимание на пятак. Видите, шайба прошла через площадь ворот, прям через самый ее край. И вот это меня удивило больше всего. Ну и то, что Мозик еще позволил бросить.